Здравствуйте. На телеканале «Видное ТВ» продолжается проект «Разговор с депутатом», в рамках которого мы каждый четверг в 6 часов вечера встречаемся с одним из народных избранников нашего муниципального совета. И сегодня у нас в гостях Павел Русаков, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу номер 26. Добрый вечер, Павел. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Как правило, наш всегда эфир начинается с того, что мы представляем те границы округа, которые представляет депутат, чтобы особенно те телезрители, которые живут по этим адресам, понимали, что им особенно интересно будет смотреть сегодняшний эфир. Угу. Да, расскажите, какие... Границы округа – это улица Строительная, часть улицы Строительной, дома с 15 по 31, исключением является 29 дом, весь Советский проезд, два дома на Гаевской, 1 и 3, Советская, 359, и два дома на Школьной, 49 и 51. Угу. Это уже ваш второй созыв. Первый был городской Видновский совет. Соответственно, опираясь уже на этот опыт этих лет, вы можете уже ответить на вопрос, ради чего вы пошли в депутат? Если дать обобщенный ответ, быстрый, без деталей, подробностей и эмоций, то для того, чтобы помогать людям, в первую очередь, и для того, чтобы сделать город более комфортным, интересным, и чтобы жителям было в нем интереснее и лучше проживать. Потому что я сам являюсь коренным жителем города. Угу. С момента выборов прошел уже ровно год, и это такая черта, когда уже можно подвести какой-то небольшой итог в вашей работе. Вы можете сейчас рассказать о самых интересных проектах, которые удалось добиться за это время, и какие-то цели, которых вы достигли? Дмитрий, честно сказать, год был непростой. Да, мы с вами все понимаем, что мы живем сейчас вот в период пандемии, да, которая пока не заканчивается, и непонятно, когда она закончится. Соответственно, это наложило ряд ограничений и последствий, да, связанных с этим. Что касается именно депутатской работы, то, конечно, пришлось мобилизоваться и по работе непосредственно в самом Совете депутатов, да, как в органе представительной власти, и конкретно по работе с избирателями и с наказами избирателей. Потому что, конечно, наказов много, наказы остались и какие-то, может быть, небольшие, неисполненные с предыдущего созыва, и появилось достаточно много наказов уже непосредственно в созыве Совета депутатов Ленинского городского округа. И большой объем работы был проделан за год, да? Извините, перебью. Так получается, что, вот вы сказали, наказы остались с предыдущего созыва. У вас округа практически совпадают ведь, да? Частично. Он увеличился. Увеличился. Избирательный округ увеличился, да. Но ряд адресов, да, совпадают. Итак, какие чаще всего наказы поступают? Их очень много, они всегда, как правило, разные. То есть, в основном, конечно, это какие-то личные истории, да, у людей. Ну, они разного характера бывают. Я не думаю, что это нужно обсуждать, да. Но обсудить вот такие большие, да, наказы, например, там, у людей проблемы там, с канализацией, да, допустим, или с горячим и холодным водоснабжением, или с кровлей какие-то проблемы. Есть проблемы с благоустройством. Есть, например, мысли, как улучшить свою территорию, да, преобразить ее. То есть все в основном касается бытовой хозяйственной части. Очень много вопросов. Что за этот год удалось сделать? Я считаю, наверное, это такая прорывная история была, да, потому что она недавно появилась в Московской области. Это инициативное бюджетирование проекта. Да. У него у нас уже идут второй год. И вот в этом году удалось сейчас реализовать инициативный проект по замене детской игровой площадки на улице Советский проезд, дом 4. Угу. Мы как раз вот снимали сюжет где-то около месяца назад о том, как все начиналось. Только начиналось это строительство. Сейчас я знаю, что оно уже подходит к концу. Давайте сейчас посмотрим сюжет, вспомним, как это было, потом вы расскажете, как сейчас все происходит. Детская площадка во дворе дома номер 4 по Советскому проезду давно нуждалась в реконструкции. Проект нового игрового комплекса разрабатывался совместно с жителями. И здесь основной малоархитектурной формой будет
так называемый элемент ДНК, то есть это большой МАФ, по которому можно лазить и вдоль, и поперек, и вверх, и вниз, с двумя горками. Одна горка европейская локтевая, где ребенок на локтях прям может съехать. Вторая стандартная в форме трубы. Площадка будет оснащена игровыми элементами для подвижных игр. Также будет произведено обновление спортивного сектора. Для малышей предусмотрена песочница и несколько видов качелей. Чтобы качели были для деток. Здесь не было качелей, которые закрываются. Вот только на большой все. Приходится туда ходить. Горка с такой загугленькой. Еще что? Песочница такая. Контракт на выполнение работ по установке нового игрового комплекса был заключен с муниципальным бюджетным учреждением «Турсервис». Работы уже ведутся в течение 2 недель. Это были подготовительные этапы. Сейчас мы видим с вами, что готовится основание. Вот. И я думаю, что в течение 2 недель мы эту работу закончим. На объекте работает 1 бригада из 4 человек и техника. Снимали вот основание, вот старый берег. Мы делаем новую, вот, подсыпаем песок, вот, геодекстил. Уплотняем песок, вот геодекстил, потом щебень, также будем уплотнять и асфальт сверху. Стоит отметить, что эта придомовая территория включена в губернаторскую программу по комплексному благоустройству дворов. Все пожелания жителей учтены. В ближайшие выходные еще раз проведу с жителями встречу, послушаю, что они думают. Предложение в плане, точнее не в плане, а в части озеленения, может быть, клумбы какие-то рассмотреть, еще какие-то варианты. А так в целом вот подрядчик приступил к работам, все на контроле. После асфальтирования территории уже другая бригада установит малоархитектурные формы. Далее будут проведены работы по укладке резинового покрытия. Наталья Буслаева, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Павел, сейчас уже можно говорить о том, что площадка практически готова, да? Да. Угу. В каком состоянии она сейчас находится? Сейчас проходит экспертизу и техническая документация на сдачу площадки готовится. То есть фактически она уже вся построена. То есть люди ей пользуются, люди довольны. Есть небольшие замечания в разных частях, там, например, непосредственно производства самих МАФов, да, на заводах. То есть сейчас подрядчик активно с этим работает, чтобы довести все до такого состояния, чтобы жителям было удобно эксплуатировать эти объекты. Максимально комфортно и безопасно, что самое главное. А что все-таки такое инициативное бюджетирование? А ведь это такой пример, точнее, на примере вот этого проекта, да, жители города могут также улучшать свои дворы, какие-то еще территории другие. Да, абсолютно верно, вот, Дмитрий. Расскажите об этом. Я сейчас объясню. В рамках этого проекта собирается несколько источников финансирования. Например, один источник – это местный бюджет, бюджет муниципалитета. Второй источник – это бюджет региональный. И третий, четвертый, пятый могут быть источниками частных лиц. То есть это может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо, которое предлагает некоторую сумму, готовое вложить в этот проект. И, соответственно, чем больше, как бы, сумма вкладывается, тем больше шансов на реализацию этого проекта. Но это сами жители вкладываются или это какой-то меценат может? Кто угодно. Может быть меценат, может быть юридическое лицо, могут быть сами жители. Здесь нет ограничений. Угу. Ну, без сомнения, вас можно назвать одним из самых активных, что ли, депутатов, потому что, спасибо, глядя даже на ваши социальные сети, на сюжеты на нашем телеканале, вы практически каждый день в какой-то общественной работе. Как проходят встречи, как часто они проходят с жителями? Сейчас в период пандемии стали проходить реже. Динамика, конечно, в этом плане не то чтобы отрицательная, но это во благо безопасности, да, потому что собирать людей сейчас в одном месте, даже на улице, ну, как правило, это всегда тесный контакт, социальную дистанцию никто, естественно, соблюдать в эти моменты не будет, я это заранее понимаю, поэтому все стараюсь в дистанционном режиме решать, то есть, ну, во-первых, есть, конечно, прием у меня лично, я всегда провожу 30 среда месяца с 4 до 6 в здании МАУК ВДК. Можно прийти. Но везде в соцсетях есть мой мобильный телефон. По нему, это мой настоящий мобильный телефон. По нему всегда можно позвонить, я всегда отвечаю. Можно в социальные сети писать. Телефон мой тоже в социальных сетях и на сайте официальной администрации присутствует. Поэтому без проблем обращайтесь. Угу. На этих встречах можно как-то решить какие-то минимальные, может быть, проблемы, ну, что называется, на месте? Если есть возможность решить быстро проблему, мы решаем ее быстро. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Я не зря это сказал, потому что нам уже поступают вопросы. И вот жители 4-го подъезда дома номер 31 по Строительной улице пишут, при подходе к нашему
подъезду уже очень давно разрушен бордюр. После обращения в различные службы, и в том числе к вам, по этому вопросу ничего не изменилось. Вы предлагали обратиться в Добродел, а неужели нельзя решить проблему на местном уровне? Я сразу отвечу на этот вопрос. Вопрос поднимался с руководителем службы, которая отвечает за это, и в следующем году это будет устранено. И сразу для жителей дом 31 тоже дам небольшой комментарий по их ситуации. У них есть, ну, скажем так, нехорошая ситуация с плитой возле четвертого подъезда, да, это в входной группе. Плита, под ней грунт размыло, ну, дом достаточно старый, да, грунт размыт, и там уже образовалась некая полость, соответственно, это уже небезопасно, да, эксплуатировать. И в следующем году уже с управляющей компанией проработан план, как эту историю, ну, сделать так, чтобы все вернуть, скажем так, ну, не в исходное состояние, но чтобы это можно было безопасно эксплуатировать. Угу. А помимо депутатской деятельности, есть еще деятельность общественная. Вы уже упомянули пандемию. А в эти непростые месяцы было много сделано. Расскажите вот об этой работе, которую вы проводили и продолжаете проводить. Я так понимаю, Дмитрий, вы о волонтерской деятельности. Именно, да. Ну, это мы, я же говорю, этот год, он, скажем так, многих людей закрыл по домам, а многих, наоборот, мобилизовал и, как я говорю, выгнал на улицу в виде волонтеров. Я считаю это очень правильно, потому что, ну, мы с вами понимаем, что этот опыт и эта практика вообще, в принципе, как уже можно посмотреть на динамику, принесла свои плоды и принесла пользу очень большому количеству людей. И я стал, наверное, одним из тех, кто тоже начал заниматься этой деятельностью. Мало того, что я начал заниматься, я еще стал подключать других людей к этой деятельности. И, соответственно, мы оказали помощь адресную достаточно большому количеству людей. То есть мы, мало того, что старались максимально взаимодействовать с нашим волонтерским штабом, который на тот момент Григорий Авдеев возглавлял, председатель общественной палаты, и сами по себе, то есть готовили свои там продуктовые наборы, там есть задачки, давайте там лекарства купим, да, какие-то сложные, редкие, которые трудно достать, тоже такие поступали, там, ну, в частном порядке я не буду озвучить, но разную помощь оказывали, там, например, тех людей из бизнеса, кого я привлекал, они, например, там вот, ну, кормили в больнице врачей там. Кто-то еще чем-то занимался. То есть все время какую-то оказывали помощь. Там кто-то зарплату выплачивал людей в тот момент, которых посадили дома, и невозможно было им, да, ниоткуда получать доход. Это большое дело. Угу. А у нас тут как раз-таки очередной вопрос. Даже не столько вопрос. Людмила пишет. Поздравляю с победой в премии губернатором и рядом, ну, потому что вы же еще как-то там участвовали в премии на основе вот этого волонтерства, да, и получением денежного вознаграждения за добрые дела, сделанные в период пандемии. И хотелось узнать, на какие благие дела будут потрачены полученные средства. Ну, благие дела уже начались. Во-первых, я сейчас готовлю небольшие акции предновогодние, да, для людей, там, скажем так. Вроде миллион рублей, да? Ну, там, не, ну, понятно, что за вычетом налогов, да. Но основная история уже началась. То есть мы не избавляем обороты волонтерскому движению один за всех и все за одного. Также будем, естественно, помогать и в частном порядке, и адресная помощь будет, да, какая-то людям. Потому что я понимаю, что все равно, как говорится, ну, лишним это никогда не будет. Да? Поэтому это все пойдет на, ну, основная часть на благотворительность. Угу. А какие-то сюрпризы новогодние готовить? Ну, в основном я сейчас стараюсь сконцентрироваться на людей, ну, скажем так, с ограниченными возможностями. У меня есть несколько подопечных, с кем я постоянно общаюсь. Конечно, в первую очередь им хочется и детям сделать какой-то праздник, создать новогоднее настроение. Поэтому, да, наверное, у меня был план там приобрести шапку Деда Мороза и, да, с подарками выехать и поздравить детишек. Угу. А в ваших делах, в вашей общественной жизни существуют ли, ну, я имею в виду депутатских, да, какие-то проблемы в реализации каких-то проектов? То есть, ну, когда хочется сделать какое-то дело, но что-то этому мешает. Вот расскажите, существует ли подобное? Задачи всегда, Дмитрий, разные. Они бывают маленькими, кажутся порой очень простыми, но на самом деле иногда могут быть очень сложными и, скажем так, отсроченными во времени. Да? Но в любом случае, я, может быть, это мой просто личный подход вообще, в принципе, к жизни, да, что у любой проблемы есть свое решение. И, как правило, оно не одно. И если ты действительно хочешь решить какой-то вопрос, ты непременно его решишь. Нет нерешаемых вопросов. Поэтому я бы не сказал, что у меня возникают какие-то проблемы, потому что если мы говорим там о взаимодействии депутатский корпус с администрацией, да, то
администрация во всех направлениях идет навстречу. То есть никаких барьеров, там, препонов или каких-то там чиновничек, да, вот этих вот историй не возникает. То есть люди идут навстречу, люди работают, стараются. Причем понятно, что в связи с пандемией, как бы это уже как тренд, да, нагрузка возросла, многозадачность усилилась, и конец года, конечно, непростой. Но, тем не менее, все равно стараются. И, на самом деле, огромная им за это благодарность, потому что это неоценимый труд. Вы сказали о взаимодействии с администрацией. А если говорить о взаимодействии внутри самого Совета депутатов, вот если сравнивать с Видновским городским советом, вначале там была напряженная, да, ситуация. Вот. Удается ли сейчас выстроить конструктивный диалог? Ведь он достаточно тоже разношерстный в политическом плане, наш совет. Если мы говорим о фракционных взаимодействиях внутри Совета депутатов, конечно, порой возникают трения, да, потому что там, ну, если так говорить бытовым языком, есть красные там и синие, да, и как бы они возникают, да. Но все равно в основополагающих моментах мы, как правило, едины. То есть таких историй нет, чтобы была там конфронтация какая-то, да, некая. Вот. Во-вторых, плодотворный год в плане вообще деятельности Совета депутатов. То есть, ну, многие депутаты первый раз были избраны в Совет, и все равно люди встроились в работу, настроились на рабочий лад, начали заниматься, начали общаться с жителями, начали разбираться, как решать те или иные вопросы. И продуктивность очень высокая. У Совета реально очень высокая продуктивность в этом году. Не только работы в Совете депутатов непосредственно, но и в работе на территории. Я должен это отметить, потому что это хорошо. Я считаю, динамика положительная. И плюс хочется сказать, что и взаимодействие есть между депутатами, да, по разным вопросам и по разной проблематике. Мы можем обращаться друг к другу, советоваться. Там, я, например, часто там, общаюсь там, с заместителями председателя или с председателем, и у нас всегда есть конструктивный диалог, и мы всегда можем найти какое-то решение той или иной проблемы. Вы рассказывали о той детской площадке, ну, на примере, да, инициативного бюджетирования. Если еще есть ли какое-то значимое дело, на примере которого можно вот рассказать от начала и до конца, как вот было реализовано что-нибудь? Ну, у нас сейчас ведутся работы в нескольких домах по капитальному ремонту, потому что там, к сожалению, критическая ситуация была уже с коммуникациями, да, и они не попали в план по фонду капитального ремонта. И нам пришлось из бюджета выделить субсидию в этом году для того, чтобы реализовать там замену труб по ХВС, ГВС и канализации. Естественно, даже в процессе таких работ возникают разные задачки. Например, ну вот, ты можешь поменять трубы в доме, но если ты не поменяешь трубу от дома до колодца, то как бы ситуация не изменится, потому что там может быть залом, это чугунная плита, которая лежит, чугунная труба, не плита, которая лежит под плитой бетонной, там 50 сантиметров, да, и просто задачка раскопать это трактором на придомовой территории, раздолбить эту плиту, поменять трубу, потом засыпать это все песком и сделать это все достаточно быстро, да, потому что люди в этот момент сидят без воды там, и так далее. Ну, это так вот не просто от начала до конца даже. А те люди, которые в тех же социальных сетях, в разговорах как-то критикуют работу депутатов, вот можете для них рассказать, что значит быть депутатом, каким качеством должен обладать человек, ну, потому что сложно же поставить, может быть, себя на место. Я скажу основное качество, наверное, я для себя уже сформулировал. Человек должен обладать качеством тарана. То есть не обращать внимания вот на всю критику? Это таран. Ну, у тебя есть цель. И ты должен реализовать, и ты ищешь пути реализации. Они могут быть настолько разными и не похожими друг на друга, но ты ищешь, находишь их и реализовываешь. Но я говорю, вот если сравнивать так вот образно, это таран. И это таран. И это уже за вот эти годы опыт такой уже можно вынести. Да. А, соответственно, какие задачи ставите перед собой на будущее? У нас большой план работ на 2021 год. У нас предстоит благоустройство квартала на Строительной улице, создание тротуара, там, которого никогда не было, и он очень необходим, в принципе, да, потому что все наши дороги перегружены, так или иначе. Понятно, что за счет сейчас вот строительства и обновления перекрестка Советская, Школьная и кругового движения здесь немножко, и за счет строительства двух полос на Школьной немножечко разгрузился трафик, но тем не менее все равно Строительная улица
ну, скажем так, на ней возрос трафик очень сильно, да, то есть там высокая интенсивность движения и отсутствие тротуара от 17-го дома до улицы Советская, ну, допустим, там, ну, как молодой отец, я понимаю, что с коляской там не пройти, да, грубо говоря, и приходится при том, обходить что припаркованный. Строительная улица, в общем-то, она достаточно такая, ну, внутренняя, она, да, узкая, она полупешеходная, она небольшая, по большому счету. Да, а поток машин по ней большой идет. И поэтому строительство тротуара там необходимо. Поэтому вот эта задача. Где он будет расположен? Он будет идти от 17-го дома по стороне домов 17, 19, 21 до Советской улицы прям. Угу. Хорошо. Еще что? Будет также там благоустройство дворовой территории, то есть озеленение, замена покрытий, где это необходимо, создание небольшого сквера между 19-м и 17-м домом, потом будет парковочная территория достаточно большая рядом, между 17-м и 25-м домом тоже сделано. Это вот из таких из больших глобальных проектов. Хочется попасть в инициативное бюджетирование тоже на 21-й год, поэтому уже подготовлен ряд проектов. Пока не буду рассказывать каких, но, как правило, это в части благоустройства территории тоже уже делается. В некоторых домах, конечно, необходимо ремонт и сделать обязательно, поэтому тоже готовимся. А еще, наверное, скажу, что, ну вот, вы спрашивали, что за 2020 год было сделано, да, так из основных. Ну, во-первых, нам удалось с муниципальной управляющей компанией и с ее подрядными организациями сделать очень хороший ремонт в доме 27. Я думаю, что когда там телевидение будет, там оно это увидит и покажет это жителям, что ремонт, конечно, получился, ну, нет, даже ремонт... тяжело его характеризовать, наверное, хороший, даже, может быть, очень хороший, жители очень довольны, конечно, это первый этаж, но первый этаж полностью, и отделочный материал, и качество исполнения работ очень на высоком уровне. Ну, а так, если по мелочи, ну, удалось там пандус у одного дома поменять, где-то какие-то небольшие ремонты в домах провести. Так вот, ремонт – это важно, естественно, потому что… Это очень важно. У вас же в основном все-таки достаточно, ну, старый жилой фонд, да. Получается, так, все-таки не новостройки. Да. Вот. И, значит, мы находимся сейчас буквально за 2 недели до наступления Нового года, и уже в заключении нашего эфира у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и поздравить их с наступающими праздниками. Дорогие жители города Видное и Ленинского городского округа, я хочу искренне поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам в Новом году только добра, любви, счастья вам и вашим близким, чтобы наконец-таки эта сложная и непростая история с пандемией пошла на спад, и мы наконец-то могли выйти из дома, встретиться, побеседовать, обсудить проблемы, просто порадоваться, пообщаться. Поэтому с наступающим Новым годом вас и Рождеством. Всех благ вам. От лица нашего телеканала, конечно, присоединяюсь к этим пожеланиям. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам, Дмитрий. Да, большое спасибо. Увидимся. До свидания.